20-21 марта в Азербайджане народ и государство празднуют Новруз. Это праздник весны, обновления природы, наступления Нового года и весеннего равноденствия. До хрущевской оттепели Новруз в советском Азербайджане был неофициально запрещен. Но люди праздновали, пекли дома пахлаву, шакер-бура, говал, выставляли ростки пшеницы как символ обновления природы. В 1967 году секретарь ЦК Компартии Азербайджана Шахалек Курбанов добился того, что праздник Новруз вернули азербайджанцам. С тех пор каждый 20-21 марта в Азербайджане празднуют Новруз на официальном и народном уровне. 7 дней в стране нерабочие.